Книга «Открытым оком. Тема ереси секты». Вопрос 763. Что означает в наше время появление стигматов на руках и ногах у проповедников и других людей? От Бога ли это или нет? Как нам воспринимать это явление? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Зачем нам это воспринимать? Это забота того, у кого появилось это чудо. Если бы рядом со мной у кого-то появилось такое, то я бы даже и не взглянул. Не знаю почему, но мне даже неприятно об этом слышать. Библия ничего об этом не говорит, но так как эти видимые раны появляются в основном у католиков, любителей чудесного, то допускаю, что это вовсе не от Бога. Эти люди, как некие факиры, разъезжают по другим странам и на сценах показывают руки и ноги. Для чего? Кому это нужно? Мы знаем, что при Антихристе даже бесы будут показаны херувимами и будут возноситься на воздухе. В нашей книге «К истинному православию» рассказано о явлении Фатимской Богоматери как бесовском наваждении, как НЛО.